постоянно. Итак, что это будет? Уроды? Да, уроды это будет, в общем-то, совершенно музыкальный наслед. Ну, а по тексту это, в общем, в основном написано им, первый перед мной. Вот, ну, в общем, сейчас послушайте, это про русский народ, по сути дела, ну, про нас с вами. Песня была написана в туалете студии на улице Коломенской в городе Ленинград, туда я отошел буквально справить малую нужду и вышел оттуда уже с песней, и когда эта песня была готова, просто ее записал на кухне, на этой студии, вот, я ее обозвал «Сатира из сортира». Ну что ж, а тут-то нам пригодился замечательный Слейд, а до него был Биби Кинг, а до него была Этта Джеймс, и это, в общем-то, в принципе, блюзовый стандарт, ну что ж, адаптированный на наше, социальное бытие, я бы так сказал. О, вот так. Ну, загнул. Ну, он тоже выпил. Не только я. Это я. Сатира из сортира. Да. Но потом пришлось дописать первый куплет, потому что там непонятно было про что, чему он страшно сопротивлялся. Ну, неважно. Да. Ау, ау. Мы все живем и умрем, как уроды, посмотри на себя. Ведь мы же уроды, уроды, кругом одни уроды. 99% народа уроды. Сальные связи, тяжелые роды, и в результате плодятся уроды, уроды. Уроды, 99% народа уроды. Дворовое детство, застойные годы, ты мог бы стать умным, но стал лишь уродом. Уроды, уроды, 99% народа уроды. Я так воспитан, так благороден, но я не могу смотреть на уродин, уроды. Уроды и уроды, 99% народа уроды. Студенты, крестьяне рабочие, интеллигенты, уроды, одни уроды, 99% народа уроды. Стыдюсь советским народом, включу телевизор и стану уродом, уроды, уроды и уроды. 99% народа урод. Да, сыграем полный тройки, который я случайно урезаю. Как узкой казанской железной дороги, настроили дачи, живут там как боги, уроды, кругом одни уроды, 99% народа уроды.